Темпы вакцинации в Верхней Волжье за последние 3 недели возросли в 5-6 раз. За сутки удается привить несколько тысяч человек. Так, за 9 июля желающих вакцинироваться было более 7 тысяч человек. Между тем, в обществе остаются и те, кто сознательно отказывается от прививок. Этой проблеме была посвящена специальная пресс-конференция, которую провели тверские врачи. Подробности у Валерии Королевой. Если еще месяц назад сутки вакцинировались около 1,5-2 тысяч пациентов, то сегодня удается привить по 5, а то и по 7 тысяч желающих. В регионе работают 56 вакцинальных точек на базе поликлиник и торговых центров. Последние пользуются особой популярностью у населения. Туда не нужно записываться. В будний день пункт вакцинации в торговом центре «Рубин». Жители Твери пришли привиться от коронавируса и ждут своей очереди. В массе своей за прививкой их привела социальная ответственность и забота о своем здоровье. А почему такое решение приняли? Ну, потому что я болела, поэтому я уже полгода прошло, поэтому я решила привиться. А тяжело переносили? Да. Больше не желаю болеть. Я не болел, но друзья, которые болели, знакомые, говорят, что как бы очень тяжело все переносит, как бы и будут прививаться, поэтому думаю, что да, надо прививаться. Ну как, это мое здоровье. Здоровье посторонних людей. Но другая категория граждан, несмотря на рост количества заболевших, все еще продолжает верить мифам, гуляющим по сети и сомнительным слухам. В массе своей это люди из молодого возраста. На прививку пришли по настоянию работодателя. Мы поинтересовались у граждан, какие их терзают сомнения. Ну, нас описали на работе. Я сама, может быть, пошла бы позже. Я не болела. И как бы необходимости такой, я от гриппа прививки, например, не делаю. И поэтому я необходимости большой не видит. Не доверяю. Никто ничего не рассказывает, что они туда как бы вводят. И, ну, не такая неизвестность, а когда неизвестность, всегда страшно. Неэффективность вакцины, тяжелые побочные явления и другие мифы преграждают путь к спутнику ВИ. А зря, говорят эксперты, пациенты терзаются этими сомнениями, не имеющими под собой никакой почвы. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 4 иммунобиологических препарата вакцины. Это вакцина «Спутник Ви», это вакцина «Эпивак Корона», вакцина «Ковивак» и вакцина «Спутник Лайт». На сегодняшний день наиболее эффективной, чья безопасность была показана и в результате клинических испытаний, и уже в ходе практического применения, является вакцина «Спутник Ви». В том числе не стоит верить слухам, что долю мест в реанимации занимают именно привившиеся. Да, действительно, возраст тяжелых пациентов снизился, подтверждают медики, работающие в красной зоне. Все чаще на ВЛ оказываются люди совсем молодого возраста. Но привившихся среди них нет. Каждый день мы имеем статистику по летальности. Так что мы видим в этой статистике? Мы видим то, что 99% это не вакцинированные люди. И это люди разного возраста. И это и 70, и 80, и 60, и 50, и 40, и 20 лет. Только привившись, не стоит срывать защитные маски и откладывать в дальний ящик антисептики. Ведь вирус мутирует, появляются новые штаммы. Но если вакцинированные им могут заболеть, то течение болезни в большинстве случаев пройдет в легкой форме. Ни одна вакцина не дает 100% защиты ни от одной инфекционной болезни. И в том числе вакцины от коронавирусной инфекции. Но это шанс выжить, пережить эту болезнь. Это шанс предотвратить возможные и порой очень тяжелые осложнения, которые возникают после перенесенной коронавирусной инфекции. А потому побочкой от спутника ВИ, который все так боятся, чаще всего это температура и слабость, ничто по сравнению с тем, какой ад переживают пациенты в реанимации. Для того, чтобы остановить вирус, необходимо привить около 60% населения. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 240 тысяч жителей региона. Учитывая возросший спрос на вакцинацию, в Тверском цирке будет открыт дополнительный прививочный кабинет. А также в пятницу и понедельник, а именно в эти дни наблюдается наплыв желающих привиться, продлили часы работы вакцинальных пунктов.